Батшеба! Завещание дядюшки! Он оставил тебе ферму. Господи боже! Отныне у вас будет госпожа, а не господин. И я намерена стать отличной хозяйкой. Мисс Эвердин здесь, так что трудитесь как следует. Может, желаете помочь нам? Полагаете, не осмелюсь? Уверен. Сколько? 5 фунтов за мешок. Превосходно. Мисс Батшеба Эвердин, вы станете моей женой? Я не ищу мужа. Но если выйду замуж, то за способного укротить меня, а вам это не по зубам. Мистер Болдвуд, я мисс Эвердин, ваша соседка. Удачной охоты, мисс Эвердин. Он богат и хорош собой. Мисс Эвердин. Я хочу от всей души видеть вас своей женой. Я в жизни не встречал более прекрасного создания. Жди меня. Завтра никто не узнает. Держитесь от него подальше. Не слушайте его, не верьте ему. Почему? Женщине трудно говорить о своих чувствах на языке, созданном главным образом мужчинами для выражения своих. Я не настолько глуп, чтобы думать, будто у меня есть шанс. Однажды я оставлю вас, уж будьте уверены. Мисс Эвердин никогда не выйдет за вас.